Всем огромный привет! Большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Мне безумно приятно вас снова видеть в своих видео. Сегодня у нас будет с вами распаковка посылки. Дело в том, что мы с Яной Белецкой решили обменяться посылками, и я не знаю, что в этой посылке. Я ее только получила. Она еще полностью закрытая, и мы сейчас вместе с вами будем открывать посылку. Я уже себя чувствую, знаете, как ребенок в Новый год, которому подарили подарок, а ребенок просто не знает, что же там, и хочется побыстрее открыть. Мы с Яной дружим уже довольно-таки давно, и наша дружба не основывается ни на каких интересах для развития канала, на какой-то выгоде для себя. Знаете, как сейчас делают многие блогеры начинающие, они заводят такую, типа, липовую дружбу с блогерами более успешными, вынюхивают там для себя всю информацию, которая им не достает, и потом просто скручивают это все общение, ну и типа того, что я тебя знать не знаю и слышать тебе не слышал. У нас, конечно, с Яной далеко не такие отношения, у нас с Яной адекватные отношения, дружеские, и мы уже очень давно планируем встретиться, к сожалению, все никак мы не можем с ней увидеться в реальной жизни, хотя живем не так друг от друга далеко. Давайте не будем, наверное, долго болтать и приступим уже к распаковке этой коробочки заветной. Мне очень интересно. Я, кстати, ссылку на Янин канал оставлю внизу и также на ссылку этого видео, где она будет распаковывать мою посылку. Я тоже оставлю внизу в инфобоксе. Мне самой будет, если честно, очень интересно посмотреть видео Яны, где она открывает мою посылку. Так, здесь бы вот найти только, где это все открывается. Потому что коробки запечатывают, ну вот просто, знаете, не подойдешь ни с какой стороны. Так, вроде мы уже почти ее открыли. Уже близко к цели. Слушайте, ну правда, запечатываю прям вообще. Все, я ее открыла. Давайте вместе с вами будем смотреть. Так, давайте, наверное, чуть-чуть пониже опущу, чтобы вы могли тоже видеть, что там. Я уже вижу вкусняшки. Это трюфели, конфетки. Спасибо, я конфетки люблю. Обязательно их употребим с чаем. Так. Это, скорее всего, я так думаю, игрушка для Матвея, потому что у нас была некая договоренность с Яной о том, что мы посылку будем собирать не только, ну, нам лично, естественно, конечно же, и деткам нашим тоже что-то положить. Но мне кажется, это как-то будет, наверное, неправильно со стороны блогера, если он знает о том, что у другого блогера есть дети, и собрать посылку и ничего не положить деткам. Поэтому вот такой вот робот. Это, я думаю, что Матюша. Я распаковывать сейчас детские игрушки не буду. Оставлю все именно для деток. Пусть они сами все распаковывают. Так, это детский блокнот с аппликацией на пружинке. Вот с таким вот, что это, жирафом. Да. Блокноты, они всегда нужны. Это, знаете, такая тема для детей. Что-нибудь пересадить, что-нибудь порисовать. Так, голубая маска очищающая, это на васильковой воде от бабушки Агафьи. Спасибо. У меня есть такая маска, да, она мне действительно очень нравится. Я, кстати, знаю, что это у Яны тоже, по-моему, любимая маска. Я вот уверена, что всегда, когда обмениваются посылками блогеры, какой-нибудь свой любимый продукт обязательно кладут. Слушайте, а я вот уже что-то как-то Яне не подумала вкусняшки никакие положить. Здесь столько сладостей, столько сладостей. Это фрутелла, да, мармелад в йогуртовой глазури. Я еще такой не видела, мы еще такой не пробовали. Короче, сегодня мальчишкам будет сладкий вечер. Скитлс. Яна, пожалей наши зубы. Так. Я тоже. Вот такие вот продукты, которые могут разлиться, я тоже упаковала в
бумажки, в пакетики, лишь бы только все дошло в целости и сохранности. Знаете, очень обидно, когда присылаешь посылку кому-то, а там какие-то продукты, ну не по твоей вине, да, открылись или деформировались, и получается потом вся посылка в каком-то одном из продуктов. Крем вылился, там вода какая-то пролилась. Поэтому всегда, кстати, упаковывайте посылки довольно-таки хорошо, заранее думая о том, что могут где-то неаккуратно с ней обойтись. Итак, это комплимент, мицеллярная вода. Подходит для чувствительных глаз, снятие макияжа, тонизирование и укрепление ресниц. Я такое еще не пробовала. Я обязательно потом, конечно же, попробую, что это за мицеллярная водичка. Пошли уже вкусняшки для меня. Так. Я что-то вижу интересное. Яна. Это палетка теней от Makeup Revolution. У меня еще ни одной палетки нету от этой марки, хотя я очень давно на нее засматривалась. Но у них столько палеток, реально, я не знаю просто, какую выбрать для себя. Так. Так. Я закрою сейчас зеркало. Посмотрите, какие шикарные цвета вообще. Очень красиво. Ой, я даже здесь вижу оттенок вот этот, который мне очень-очень нравится. Яночка, большое тебе спасибо, солнце. Все, я теперь... Ну, следующее видео, я думаю, вы знаете, какое будет, да? Мы вместе с вами сделаем макияж с этой палеткой. Девчонки, пишите, у кого есть Makeup Revolution, какие палетки, какие цвета и, ну, точнее, номера палеток ваши любимые. Ой, блин, Яна, спасибо большое. Так, что-то тут еще есть в коробочке интересное. Что это? О, это маски. Посмотрите, здесь целая просто коробка масок. Ой, не только маски. Боже ты мой. Слушайте, здесь чего только нет. Так, крем для ног смягчающий. Вот такой вот пакетик. 30 грамм. Я думаю, здесь его очень надолго хватит. Змеиный жир. Это тоже что-то новенькое. Я еще такого не пробовала. Так, вот такая вот тканевая маска. Маска для лица косметическая. 3D лифтинг. Плацентная, охлаждающая с эластином. Так, какая-то корейская маска. Для лица косметическая тканевая. Поросужающая с экстратом бессмертника. Я таких еще не пробовала. Здесь так много жидкости в этих масках. Так, крем Хна, краска для бровей и ресниц от Fito Cosmetic, вот такая вот. Я, конечно, на самом деле практически не крашу брови и ресницы, потому что у меня они так довольно-таки сами темные. Но сейчас на той стадии, какие брови у меня на данный момент, я думаю, что можно будет подкрасить и посмотреть, заполнит она как именно недостающие частички бровей, те участки, где нету волосков. Так, это мыло, глицериновое мыло ручной работы. Пока что-то, ну-ка. У нас я даже уже знаю, что в посылке есть одинаковые продукты. Я тоже, я не положила мыло, которое мне безумно нравится. Вообще просто я кайфую от его запаха. Как оно вкусно пахнет. Ой, вообще, прям, девчонки. Обязательно будем пользоваться и в ванной релаксировать. Так, что здесь еще осталось? Тоже от Compliment. Глубоко увлажняющая гелевая маска для лица, шеи и кожи вокруг глаз. Вот такая вот моделирующая овал лица. Если здесь есть улитка, то это очень крутые маски. Я уже просто в этом убедилась. И также тоже от Compliment маска-пленка против раздражений, прыщей и черных точек. Тоже буду пробовать. Все. Да, все, на этом посылка закончилась. Всю, точнее, посылку я с вами разобрала. Яночка, тебе большое-большое спасибо. Вы знаете, на самом деле, да,
Неважно, сколько ты товара или сколько ты там продуктов, да, положишь в эту посылку, главное, с какой душой, с каким сердцем ты собираешь эту посылку, потому что, знаете, вот это тоже очень классный такой обмен посылками, и себя проверить, насколько ты знаешь человека, да, и посмотреть, как человек подберет тебе продукты. То есть вот именно блогер, когда друг друга смотрят, когда общаются еще вне канала, а так вот где-то на личных там, да, в сетях, то люди знают немножко друг друга больше, и как раз вот в этот момент ты хочешь что-то для человека положить такое, чтобы наверняка пользовался бы сам и, ну, чтобы самому бы хотелось получить. Это безумно приятно, это всегда такой прям, знаете, сюрприз, а что же там будет еще внутри, что же там такое интересное. Большое еще раз тебе спасибо за такие прекрасные подарки. Сладости, конечно, мы сегодня объедимся. Ну и палетка меня просто, правда, меня шокировала. Я буду тестировать ее в ближайшее время и обязательно сниму макияж вместе с ней. Большое-большое тебе спасибо. Ссылки на канал Яночки и на видео распаковку, где она будет открывать мою посылку, я тоже оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно проходите, знакомьтесь с Яной, если вы еще с ней не знакомы. А я с вами буду прощаться, буду сейчас распаковывать дальше и смотреть более детально все продукты, которые мне сегодня пришли в этой посылке. Говорю вам всем до новых встреч в новых видео. Всех я вас люблю и целую. Всем пока-пока.